Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, давайте сейчас мы продолжим прокачивать вот этих покемонов, которые у нас есть вот сейчас, да? Так. Нужно их прокачать, конечно же. И, в принципе, я не знаю, есть ли у нас еще какие-то покемоны на прокачку. Вот это я реально не знаю. Вроде еще там 1-2 есть, но... Как бы опять нужно ловить покемонов. Я уже знаю, каких мы будем покемонов ловить. Конечно, немного, там 2-3 штуки, но все же я знаю, каких. Так как нужно, нужно. Так. На каких уровнях они вообще там эволюционируют? Вот это я не знаю. Или кит, ну где-то на 30-м должен, как я думаю. Или там 36-м. Так. Ну, в принципе, у нас есть вот эти, как их там. У нас есть раркенги, поэтому можно будет их прокачать все-таки. Как-то и с помощью них, как бы, да. Так. В принципе, уже темнеет, ребята. Поэтому, я так думаю, можно пойти домой и поспать, да. Да, вот эти чудики в бою. Так. Так. Вот кого еще вспомнил, кого еще можно словить. А, вот эти в бою, да? А, ну, в принципе, вот. Еще можно словить Пиплупа. Чё-то я как-то про него только сейчас вспомнил, что его тоже можно словить. Но потом его поищем. Потом, да. Сейчас дайте мне прокачать еще парочку уровней. Так, еще есть тут кто-то, какой-то большой уровень? Вот ты есть, да? Но ты походу в бою. Да. Так. Темнеет, ребята, темнеет. Нужно идти домой, потому что ночью ни хрена не видно. В принципе, с этими шейдерами еще больше ни хрена не видно. Так, извиняюсь. И поэтому, ребята, нужно идти сейчас будет домой. Да. О, отлично. Вот этот покемон уже эволюционирует. Уже его можно будет поставить в компьютер, да. Давай, давай, давай. Отлично. Вот он. Так. Ребята, сейчас, давайте идем мы домой. И поспим, и поспим, да. Так. Отлично. Идем мы его поставим в компьютер. И так, вот что я еще вспомнил, ребята. Я же хотел заменить летающего покемона. Так как действительно Пиджиот, он. У него есть и анимация полета, да. И как бы. И она не лагает. Поэтому, я так думаю, можно будет заменить. В принципе, сейчас мы это, наверное, так и сделаем. Так. Да. Так. Отлично. Сейчас реально давайте идем заменим. Как бы. Он действительно и отличная анимация полета, и плюс к тому он еще и шайни, да. Но это тоже прикольный покемон дракон вот этот. Но он как бы отличный, да, но то, что анимация полета немного глючит, и как бы. Не, вообще нету как бы анимации полета, и то, что летает немного так, лагает как бы иногда.
Так, на прокачку мы берем, ставим вот этого, а берем. Че, у нас только один покемон остался, опять на прокачку. Офигеть. Нужно опять прокачивать. Так. Вот этого мы ставим, а берем вот этого. Да. Пиджеот. 37 уровень, но как бы он и красивый, да? Офигенно красивый. Сейчас, секунду, давайте пойдем. Еще убьем вот этого. Где он? Вот. Это он. Да. Так. И, в принципе, действительно, ребята, у него есть и анимация полета. Сейчас как раз полетаем. Вот, офигенная такая. И он реально вообще не лагает. Вот этот пиджиот, как бы, когда на нем летаешь. И это реально офигенно. Сейчас, вот что я хочу. Вроде он так пишется. Куда нам лететь? Вот давайте полетим. Где у нас самые большие вот такие? О, давайте полетим вот в ту сторону. Вот там, да? Вот этого покемона у нас еще нету, который снизу Ликитунг. Ну, Фарфетча у нас нету. То есть еще плюс два покемона, которых можно будет словить. Кого у нас еще нету? Ну, в море где-то 3-4 покемона, которых у нас еще нету. Это мы потом их словим. Вот в лесу вроде до хрена покемонов, которых нету. Куча Иви, да, которые мы можем сделать с помощью эволюции. Реальная куча Иви. О, Райдона у нас нету, и его следующую эволюцию, которую реально тоже мы потом заспавним, как бы. Ну, как я уже говорил, да? Так, сейчас, секундочку, убьем и вот этого. Где он? Кадабра? Или он в земле? Нет, он в земле. Сайтера можно словить реально. О, действительно, Сайтера нужно словить. Вот сейчас мы, наверное, ребята, вот этими займемся. Не будем идти искать пиплупа. Че это за звуки? А реально, ребята, пойдем и словим Сайтера и Райдона. Чтобы потом сразу как бы их эволюционировать, да? Так, какая-то высота, ну, не знаю, не будем мы тут. Так, реально нужно словить Райдона и также Сайтера. О, там еще один покемон босс. Чтобы потом действительно в одной серии просто вот всех взять и всех просто-напросто заспавнить. Так, вот этого покемона у нас нету. Я его хочу как бы словить, но то он каждый раз или спавнится вот этим боссом, или я его убиваю, или он не ловится, или еще что-то. 140 уровень, охренеть. Еще один мастербол, ребята. Офигеть. Сколько у нас уже их? Уже еще, как бы, уже 10 мастерболов. Так. Что я хотел? А, ну да. Райдона. Райдона, как бы, Райхорна, да, или Райдона, или Сайтера, нужно все-таки сейчас будет словить. Сейчас мы их найдем, если, конечно, найдем. Мачамп, о, Райдон. Нужно словить его первую эволюцию. Есть она тут? Вот кого у нас еще нету, я вспомнил. Так, вот кого у нас нету, вот Белдума. Вторая эволюция Метанг, вроде как, я помню. Грэдбол, давайте ультра. 12 ультраболов! Ни хрена себе, да у нас же 40 было. Уже 12. Но вот этот чувачило вообще что-то. Левелбол. Ну давайте все-таки левелбол. Если он, конечно, залезет в него. Хрен. Вот этот Белдум вообще наглый. Я помню, я его столько ловил, что. Охренеть, да он в ультраболе даже секунду не сидит, чтобы задуматься, залезать туда или нет. Чем бы тебя лупануть, зараза? Если, конечно, вот. Грэдбол, давай. Охренеть. Сейчас за секунду вылезет, да?
Я вот на кого? Но на тебя мастербол точно не буду тратить. Поэтому, если ты сейчас не словишься, и потом еще один ультрабол, тогда извиняй, но вот на 17 уровня ты что-то слишком какой-то неловючий. Это кто там бегает? Арон, Эйрон или как он там? Арон. Ну, короче, он умер, не знаю как. Не, ну, в принципе, какая-то там атака, да, что потом каждый раунд и жизнь забирает. Ну, в принципе, не словили, так не словили. Если бы захотел, словился бы. Так, потом, если что, словим. Вот еще один. О, отлично. И там еще и Мачамп, и... Не, Мачок. Так. Вот. Вот тебя мне нужно. Мелкий, нет, мелкого нам не нужно. Давайте вот этого попробуем так словить. Давайте Мачопа попробуем вот так словить. И давайте еще одного вот этого попробуем словить, если тот не словится. Да, этот тот не словился. Мачоп тоже не словился. Короче, у меня 4 ультрабола осталось. Вот этот словится, походу. Да, и вот этот может словиться. Да, отлично, ребята. У нас есть еще два покемона, которые эволюционируют с помощью трейд-машины, которых мы потом заспамим. Да. Сейчас, ребята, идем мы приблизительно куда-то вот сюда. Там у нас еще один покемон-босс. Который опять в земле, не буду я в землю врыться туда. Сейчас. Вот так. И нужно на... И давайте... Я вообще не знаю, как он пишется. Сайты. Я не знаю, как он пишется. Сейчас посмотрим. Да, вот так сейчас. Так. Ага. Вот так. Это чё? Вот так. У, там их целых два. И вот этого покемона у нас тоже нету, поэтому нужно его словить. Ладно, так уж и быть. Давай, если вот сейчас ты словишься, да, то на сайте используем мастербол. Так как у нас 10 мастерболов, а лови, использовать их некуда. Можно так сказать. А, да я не знаю, чем вас ловить, если вы ультраболами не ловите, чем мне на вас сделать? Каждый раз левелболы там использовать, вот, отлично. Так, давай еще тебя словим. Где ты? Вот ты. Охренеть, ладно, зараза. Залез там в дерево, хрен, вот. Вообще мастербол, ладно, тогда давай. Ладно, давай, короче, лезь ты в мастербол, зараза. Все-таки 10 мастерболов, да? Если там, например, Артикуно, Забдос и Гроудон, ладно, 3 мастербола. Куда остальные? Поэтому нужно использовать их. Отлично, ребята, словили мы 3 покемонов, которых мы можем прокачать потом с помощью трейд-машины. Ну, как бы, через трейд-машину, да, но мы их не будем, не через трейд-машину, будем их ловить. А будем их ловить так, ребята, я просто тут встану и буду спавнить следующие их эволюции, как бы их удалять и спавнить их следующие эволюции, да. И сразу их ловить, потому что трейд-машина как бы... Никак я не передам через трейд-машину, да. Так, сейчас.
Сейчас. Вот так. И, в принципе, пойдем и дальше прокачивать, да. Так, ну давай, еще немного вас прокачаем. Так. Magikarp. Отлично. О, там. Еще один ух. Угу. Отлично. Так, кто-то эволюционирует? Да, отлично. Эликит, вот еще один покемон, которого можно будет потом эволюционировать. Отлично. Еще нужно Райдона прокачать, чтобы можно его будет эволюционировать. И, в принципе, все, да? Или там еще кого-то нужно одной эволюции? И Мачопа, да, вот что я вспомнил. Поэтому, ребята, действительно, вот сейчас мы их возьмем, а вот этих потом прокачаем. Давайте вот этого, и давайте вот их потом прокачаем, так как вот сейчас нам нужно этих прокачать. Так, этого прокачали. Сейчас возьмем Мачопа. Еще одного, вот, тебя мы возьмем. Еще есть кого-то? Вроде нет, поэтому давайте возьмем. Вот тебя. Им нужно по одной эволюции прокачать. Так. Идем мы вот сюда. И давайте им быстренько прокачаем. Вот как раз. Ну, небольшой такой уровень, но все-таки. Да, только один покемон. Там Сайтер я вижу опять в джунглях. Кто тут есть какой-то большой уровень? Так, отлично. Ты нет. Потом и тебя можно словить будет, в принципе. Вот сейчас нету мастерболов. Точнее, ультраболов. Вот там Оникс. Оникса потом мы словим сейчас. Не знаю. У него как бы еще нет эволюции, поэтому нет большого смысла его ловить. Только чтобы он был как бы, да, но потом мы его словим. Так. Вот ты должен быть, да. Так. Итак, ребята, ну, в принципе, давайте уже сейчас докачаем вот этих покемонов. Мачопа, Райхорна, да, которые остались как бы еще по одной эволюции, которая нужна для того, чтобы потом их прокачать в их последней эволюции, да. Ну, вроде я не забыл никакого покемона, или фиг его знает. Кто еще эволюционирует с помощью трейд-машины? Фиг его знает, ребят, честно, не помню.
Может, еще кто-то есть, я про него забыл, но думаю, что нет. Хотя не знаю, честно не знаю. Так, ну, давайте уже. Ну, в принципе, я думаю, что сейчас мы, наверное, все-таки используем Rare Candy. Во, Хорси там еще плавает. Словится, словится. Так. Словилось, да, отлично. Ну, еще один покемон. Так. Сколько там еще вам уровней осталось? Давай. Так, я, если честно, ребята, вообще не знаю, как их называются там следующие эволюции вот этих всех покемонов. Как бы Магмара, ну, Магмара еще может... не знаю. Поэтому я, наверное, потом, когда буду их эволюционировать, наверное, буду просто смотреть, как они там называются, да? И прокачивать их, да. Так как на память я не знаю, как они там называются. О, ну давайте еще пару уровней, там, я так думаю, нужно. А потом я уже с Rare Candy пойду и прокачаю их всех. Чтобы меньше просто Rare Candy использовать. Сейчас еще немного покачаем их вот так. Еще хотя бы вот этого. Ну давай еще одного, чтобы там пару уровней еще... По одному уровню хотя бы дала там каждому. Ух, нифига себе, сколько сквиртлов. Так, ну отлично. Давай еще тебя. Давай еще тебя. Еще есть какой-то большой? Тебя можно. Ну, в принципе, тебя тоже пускай. Так, ну, в принципе, ребята, давайте все-таки уже на этом закончим. Потом мы, если что, уже прокачаем с помощью Rare Candy и сразу же прокачаем их, как бы, их не следующие, последние эволюции, которые прокачиваются с помощью... ну, как бы, трейд-машины, да? Ну, я еще раз повторюсь, я не буду их эволюционировать через трейд-машину, а буду, как бы, спавнить их, да, сразу же. Поэтому, ребята, давайте, в принципе, на этом уже закончим. Сейчас там еще у нас один покемон-босс. Если получится сейчас его найти, то, как бы, он еще парочку уровней даст, да? И уже на пару уровней нужно будет, как бы, и еще на пару Rare Candy нужно будет меньше использовать, да. Вот ты. Так. Чё вообще не дало уровней? Капут. Ладно. Все, ребята, давайте на этом уже закончим. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.